Играем с подписчиком. Сейчас натянем кого-нибудь здесь. Вот турелька. Блин, а ничего нет. А в воду выпрыгнул, гад. Стой. Гад забежал. В красном доме есть челик. Бизон. Он скрылся. На мое место кто-то прибежал. Вообще пусто, с кулаками хожу только, как Майнкрафт. Ах ты ж. Чувака в угол зажал. Отряд на последних патронах. Хватай что-нибудь. Пипец, меня чуть так не поймели. О, мы тут еще не одни. Убей его. У меня нечем, вообще пистолетов нету. Вообще голожопый полностью. Ни пистолета, ничего. Подожди, может. Да ну. С петуха. С петуха я пошел отсюда. С одним попаданием, кстати. Нет, тут без вариантов. У меня вообще патронов вообще нету. Вот. Ну давай, пробуй защитить тебя. Он бежит. Как они так стреляют? Блин, у меня вообще ничего нет. Бей его! Бей его кулаками. Уходи, уходи. 5 секунд, уходи. В туннель. Я его кулаками пиздить хотел. Как его не убил без брони? Да, бывает. О, пистолетик. О, броня, пистолет. Это я удачно зашел. Это я удачно зашел. Пипец. Патроны? Фига не полутанное местечко. Да ладно. Мак 10, как я тебя ненавижу. У нас тут место вообще не плотно. Слушай, там, ну ладно, ящик в этом уже. В зоне. Five enemy
bodies remaining. Ждем аирдропа. У нас тут вообще место не полутано. Замечательно. В доме красный? Да, красный дом. На гостинице челики. Be on the lookout for incoming supplies. Короче, ждем аирдропик. Первый не наш. Это ты МП5 заказал? Он все упадет. Да, 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 да. Ты бери его. О, аирдроп у нас, отлично. Пошли на аирдроп. Пока девочки там ссорятся по полной. Но они далековато еще от нас. Блин, ну сейчас вниз походу пойдет, да? Попробуй здесь выцепить. Да, он не сейчас. Зараза. Ну чё там? Чё там? АВП. О, это папки. Сейчас я постреляю. 5 патронов. Ну. О, еще один аирдроп. Пошли, тот заберем. Я за ним сейчас следить буду. Пойдем, пойдем, пойдем. На гостиницу. 30 патронов, конечно, да. О, к нам гости идут. Зашли в зону. Отлично. Он под эту зашел. Да, он за дропом. Не пали меня. О, у нас еще тут внизу аирдроп. Мы окружены. Калаш нужен? Ну, не знаю, что лучше. Возьми лучше ты помощнее, чем МП5. МП5 мягкая больно. Сейчас патриков закажу. Заказывай. Я пошел в гостиницу. Безопасно где-то в гостинице будет. Давай, сейчас я подойду. Я наверх залезу. Внизу. Внизу. Отряд. Не благодари. И самое дальнее, да, там? Да. Попал. Ах ты ж крыса, хватит бегать. Сейчас я их сниму. Минус один. А, девки. Метки ставь, где? Да какие метки тут? Это девчонки какие-то играют.
Я думал, где-то здесь. О! Справа был, справа. Справа вот тут? Подожди, справа там, еще правее. Нет, право, туда он прям внизу. Да, вот там. Прям внизу, где труба это. Вот это? Нет, справа, вот, еще справа, еще правее. Вот там внизу. Вот тут? Еще правее. Вот там внизу, короче, да, он был. Вон, видишь, мой лут. Но он голый, кстати, без брони. У меня 2 патрона. Чего? АВП? Это, знаешь, вообще не фонтан, девки какие-то играли. Просто налегке, они, видишь, не слышу их даже звуки. Это вот, я слышу их сразу, где вижу, где приближаются, все вот как бы. За всем стараюсь следить. АВП с первого раза. Ну, да, кстати, тоже удивился. А, он же шприц вязанул. Ну, броня 100%. Лайк, дизлайк, подписка, ребят. Всем удачи, всем пока. Босс.